Так, сегодня мы день отъезда. Пошли вот с детишками, пока жена убирается в квартире. Мороженое им купил. Сам купил мороженое. Идем кушаем. Да? Вкусно? Сейчас пойдем. Нам с дядей Кириллой надо встретиться с моим другом. Ключи передать ему. Он будет за квартирой присматривать 3 месяца. Вот. А потом пойдем собираться после обеда. Кушать, собираться потихонечку. 6:30 у нас выезд из дома. Вот, в 19:40 поезд. Туда пойдем. Угу. Туда пойдем. Пойдем, пойдем, конечно, да. Туда пойдем. Туда пойдем, да. Туда. Туда. Туда пойдем. Смотри, кушай мороженое, а то растает. Ну, растает. Да. Кусай. Ну, молодец. Вкусно? Поехал, нам тоже. Все. Поехал. Будем кусочки снимать. Завтрак турист называется, да? Не, вы позавтракали же, да? Есть, ты кушала же яичницу? Да. Да? А Савик с утра 2 бутерброда навернул с сыром, да? Еще яичницу съел. Они у меня хорошо завтракают. Это с утра встают, сразу лезет в холодильник. Как нормальный мужичок. Да. Скажи, голодный, просыпаюсь уже, да? Есть хочу. Мороженое любят они. Оба. Я с утра не завтракаю. Чего там? Вот это оливка намазано. Чего? Вот это а мама горюет. Не надо трогать ее. А мама горюет. Чего? А мама горюет. Что мама? Я не понимаю, чего. А мама горюет. 2 месяца я их не видел. Я сейчас его половину не понимаю, что он говорит. Он быстро что-то говорить начал. То что-то бельмесило. Сейчас он и есть тоже не понимает. Да, есть? И ты не понимаешь тоже его? А ты не хочешь понимать его походу, да? Когда постепенно, я считаю... Так, сядьте, пожалуйста, оба. Чтобы руками ничего не трогать, а потом мороженое. Давайте сначала съедите мороженое, потом будете бегать. Что ли, в этом мало? Что? Ты что, глинкой вот это умазал? Нет. Зачем? Савик рот вытирал. Ты вот так носил. Савик рот вытирал. Савик, сядь ровненько, пожалуйста. Вот мало? И все, да. Ничего не испачкалось борода, только вот здесь осталось. Дай уберу, дай уберу. Где, чё? Вот. Вот оно. Бороде достану. Ну? Майки, целона! Чё там такое? Пизда целона. Крошки от еды. Зачем такую бороду выращивать? На рассаду. Большую выращу, отрежу, продам. Знаешь, как волосы дорого стоят? Твои тоже подстрижем, да? Нет? Деньги зато будут есть. А потом еще вырастут волосы. Год? Ну за год, зато знаешь, как деньги заработаешь? 150 рублей за килограмм. Я не знаю, надо посмотреть, сколько стоит. Савик, ну ты как так уёкался, а? Ты посмотри свое лицо, какое грязное. Видишь? Красивый мальчик, да? Я салфетки с собой не взял. Сейчас будем облизывать тебя, да? Как так можно мороженое есть, я не знаю. Здрасте. Все накусывают. Я не буду даже тебя трогать сейчас. Все накусывают малую. Да. Поешь сначала, а потом будем тебя отмывать. Чем-то я, правда, не знаю. Салфетки нет. Чего вот я не взял с собой салфетки? Короче, у нас вот такие вот площадочки здесь. С резиновыми покрытиями. Это резиновое покрытие.
Вот. Около каждого, напротив каждого дома почти это сделали все. Сейчас, правда, тут ремонты делают, еще асфальт везде прокладывают. Это что-то пусто сделали здесь. Было больше всего. Да, да, поиграем. Давайте мороженое сначала съешьте опять. Есть. Ты всегда примером показываешь плохой, заразительный. Ты еще не съела, а уже бежишь что-то делать. Я тебе сказал, посидеть, съесть нормально, а потом уже бежать. Не работает. Не работает, потому что с мороженым. Быстренько слезу. Давай, в конуру. Вот здесь сидим и кушаем мороженое. Поедим, поедим, потом можно руками трогать все. Сейчас капнем. Сначала надо поесть, а потом уже руками все трогать. А что вы грязь туда таскаете в рот? Вы что, заболеть хотите? Микробы же везде вокруг. Савик, давай быстрее доедай мороженое, будем вытираться и бегать по площадке. Ну, облежи. Вы сейчас съели лишние калории, надо быстро их сгонять. Чего ты ржешь-то? А то толстая будешь. Ты сам на себя посмотри, толстый. На себя, где толстый-то? У тебя пузо. Где оно у меня пузо? Где ты видишь пузо у меня? Ты где? Втянул просто. Где? Ничего я не втянул. Втянул. Ничего не втянул. Так, не трожь грязными руками майку. Понятно? Я и занимаюсь, я здоровый. А ты дрищ, вон. Титьки не растут. Рот вытри. Зубы не будут расти, если ты не будешь кушать нормально. Так, что такое? Давай, доедай быстрее. Стоять. Куда пошел? Все, короче, буду сейчас их это очищать, отмывать. Папа! Пап, уже новые качели уже. Вот и Кирилл подошел. А на чем получается у тебя это? И селфи, и шмелфи. И шмелфи, и селфи, да, и минелфи. Дядя Кирилл, покатайте его. На чем покатать? Покатайте. Ты же всю ночь не спал, получается, да? Боится. А что у вас опять там это в смену караулит? Покидают как хотят. Понятно. Вообще как хотят. Сава вас боится. Чего боится? А до этого ты день отдыхал? А? Отдыхал день или нет? То есть ты приехал домой, покушал и опять погнал на работу? А, ну до этого у меня день отгул дали. Отгул дали. Меня тоже. И тебя тоже? А ПЗП так же, да? Как в дневную смену? Конечно. Понятно. Я тебе больше скажу, я даже не по наряду, но по документам. Пока, Сава. Ну что, на море полетели? Полетели, полетели. У меня даже голова закружилась. Все, отправились, сели в экспресс, едем назад. Кайфовать на море. Домой, домой. Второй дом, море, отдыхать. Вон. Супруга там с Савиком сидят, телефончики. И Сюха моя там сидит, что-то делает. Телефон, наверное, играет. Сейчас, короче, до Казанского вокзала, а там на поезде, на поезд 19:40 с чем-то. Вот. Короче, если что получится, по дороге снимать, буду выходить, снимать. На нервах, дорога всегда на нервах. А так, в общем, все нормально. Вообще все отлично. Братишка провожает меня. Будет здесь у меня кайфовать в квартире. Трешечка одному. Бабу буду приводить. Ой, шучу, я что, это вслух сказал, что ли? А что, там все места много, есть что. Главное, чтобы Юг не посмотрел видос. Ну ладно, она знает, что она подписывает. А так там все условия. А так всем приятно. Продолжается посадка, скорый поезд номер 96. Туристы. Сообщение. Едут Москва, на моря. Оголодали, бедненькие, вон коктейлями. 16 минут. Со второго пути.
Мальчик? Вкусно, мальчик? Ты сава? Скажи, я пока не съем, не отвечу, да? Да, есть. Вкусно? Очень. Я правильно угадал с твоим коктейлем? Пожалуйста. Ой, добрались, одни нервы какие-то, что-то прям по переходу. Вроде спокойно идешь, с другой стороны. Поезд, сейчас вот здесь вот стоит наш вагон уже, но, блин, вокзал, движение большое, людей много, вот это нервирует. А еще пух тополиный полетел, здесь почему-то дофига его, блин. Я не знаю, специально засадили, наверное, Москву этим пухом, блин, чтобы все это в глаза лезло. В глаз попало еще, неприятно. Вот. Зашли там покушать, офигели от цен просто, на вокзале здесь просто, ну даже не цены, они себе представляют как ресторан, там забегаловка какая-то маленькая. Чего, Савик? Садись. Садись, садись. Чё ты? Чё ты? Кушай, кушай. Вот, поэтому мы пошли просто, вышли, нормальные привычные KFC зашли, взяли себе хорошую еду, нормальный, адекватный, нормальное количество, детям попить там туда-сюда. Да, отдал там 2600, но на поезд нормально. Поедет, он без нас не поедет, есть, по-любому. В 19.50, надеюсь. Ой, ладно. С поезда еще включу. Все, мы едем, короче. У нас в российских поездах не предусмотрено заправление постели, хотя фирменные поезда все заправляют. Вот уже сколько прошло? Минут 20 едем, да? 30? Час. Час едем? Час мы заправляем потихонечку. Ну, как бы мы не очень профессионалы в этом деле, но тем не менее, такие одеяла это заправить не очень просто. Во-первых, по высоте приходится одному человеку стоять, держать за углы, второму разворачивать эту простыню. Я бы, конечно, показал, как это делается, но надеюсь, вы сами испытаете этот кайф от поездки в поезде. Будете научиться заправлять. Вот. Такой ценный опыт не передается просто на камеру. Так. Это вот сейчас новые современные матрасы здесь. Да, я покажу. Вот такие вот матрасики сделаны. Пластиковые. Или как это? Не знаю. Поролон с каком-то синтетиком или что там. Не промокайте, чтобы не обоссали дети, наверное. Вот заправляется вся эта херня. Ну, вот эта лавка еще мягкая здесь есть. Ну, по крайней мере, те матрасы, которые здесь были, старые гнилые, на вате, да, убрали. Мне кажется, с них особо там тряслось все и куча клещей. Вот. В принципе, вагон практически безопасен. Если сильно ударится, то можно только убиться об стол. И вот об те косяки, которые сделаны из чистого алюминия с острыми краями. А, да-да, я сегодня приложился уже, я тут наклонялся что-то взять в сумке. И, короче, как бахнул головой об этом. У меня аж звездочки полетели. Вот. Короче, в поезде, я так чувствую, весело будет ехать. Хорошо, что недолго. Да. Нам первая остановка ночью будет, и выйдем. Я все палатки бегу. Шутка. Ну, короче, поезд полный детей. Детей очень много. Пока что-то замолчали, что удивительно. Наверное, просто закрыты двери. Расписание. Я там сфотографировал, посмотрел. Что там еще? Расписание сфотографировал. Еще не смотрел. Да. Вон, у меня дети уже все переодеты все. Один в телефоне. Хорошо старших детей, да, постарше? В телефоне прям зависают. С одной стороны, мы ругаем, что телефон это плохо, туда-сюда. А когда вот такая ситуация, это идеальное спокойствие. Вот с этим, конечно, мы немножечко тут начинаем возиться. Уже, конечно, на нервах все было, но сели сейчас получше, спокойнее стало. Ну, вот он в окошко туда смотрит, уже шапочку одел летнюю. Вот. Сейчас мы будем одевать. Так, он мультик смотрит, все. Ладно, тогда уже потом еще что-нибудь сниму. А, да, забыл сказать, что теперь современные вагоны 1850-х годов. Я не знаю. Их немножко подреставрировали, и они, по крайней мере, оборудованы уже вон розетками USB для зарядки техники. Вот так, по углам, это на вторых полках. Но не факт, что они работают. Вот, там, конечно, наклейка есть, что зарядка для телефона.
Вот. Но я бы, например, свой дорогостоящий iPhone не сунул бы туда на зарядку, иначе неизвестно, какой ток придет. Вот. Придет ток и заберет телефон, всю его энергию. Вот. И здесь розетки есть на 220 вольт. Наверное, 220. Не знаю, какой ток выдает постоянный или переменный паровозик. А мы, кстати, едем на паровозике. И, кстати, с центра Москвы, да, представляешь, выезжаешь на паровозе. Я удивился, почему мы на паровозе, на теплоходе, на тепловозе. Ну, электро вообще-то линия обеспечена, некоторые линии. Может быть, пересоединили сзади? А там стоял реально теплоход. Да. Да, давай всем покажем, как ты пальцы сосешь. Пальцем козявки. Козявки, я знаю. Чем он ковыряет там до крови в носу. Вот, короче, заряжаться можно, хотя у меня вот такая штука есть на 60 тысяч ампер. Чего там, 60 тысяч. Ну, короче, мощная очень штука, 95% заряжать телефона очень-очень быстро, на быстрой зарядке. Короче, да хватит, я считал, ехал в автобусе, три раза iPhone заряжал, ну, достаточно мощные аккумуляторы. И осталось 90%. Вот. Так что все зашибись. Будем ехать дальше. Так, первая остановка у нас Рязань. Три часа проехали. 22:50. Ну, это не Рязань. Рязань 2, платформа. Рязань туда. Сюда, в другую сторону. Короче, сейчас постоим, посмотрим по сторонам и спать пойдем. Следующие остановки, скорее всего, утром будут все уже. Не скорее всего, а точно. Что? Остановки следующие, говорю, утром будут. Магазинов здесь нету на платформе, это я точно знаю. Рязань мой родной город. Учился здесь. Следующий 0.20, 0.42. Ну, это ты уже спать будешь точно. 0.20 там это вообще короткая остановка. А, ну да. По две минутки я даже не открываю тамбуру. Почему? Ладно, все, короче, на связь тогда. Росташ, остановка, время 9.50 или сколько там. Ну, мы раньше приехали. Вот такая вот. A little station. Вокзал там вон дальше. Мы едем на самом деле не в каком вагоне, а в обратном направлении. Давай. Короче. Вот. Кому надо будет, возьмете. Мы что-то не очень как-то. Вот. Ай, я пока здесь постою, потом приду. В общем, наш вагон должен не потерять. 13. Вчера нас, кстати, в группу. Вот здесь вертолеты летают боевые. На вылет поехали. Здесь рядышком надо по карте смотреть, куда-то они на вылет поехали. Три штуки пролетело прям сразу. Там до этого там как танки, а не здесь. Там где-то танки стояли, солдаты. И на поезде очень много бронетранспортеров было. А вот это поставили, это БПЛА, наверное, какие-то. Что-то типа это, радары, наверное, не знаю. Садись, повесится немножечко, площадочки здесь. Чуток поиграют и поедем. Вон там площадка. Большая. Все, доехали мы до Ростова. Да, Савик? До Ростова доехали? Да, ехали. Вот уже Ростов. Сейчас вокзал немножко в стороне, вон там. Короче, нам осталось еще немножко. 17.07 отправление наше. Сейчас постоим. Минут 15-20, наверное, не знаю. И поедем, короче, до Староминской уже. Там следующая остановка.
она маленькая будет, и мы быстренько выпрыгнем. 18.07, 19.35. Ну, короче, час с лишним. Нас будут встречать уже на машине. Там еще маленький кусочек видео сниму. Вот. Все, едем в машине. Едем. Последний рывок. Едем в машине. Кто там разговаривает маленький? Едем в машину. Да? Едем в машину. Едем в машину, да. Да, едем. Все, сели в машину, Серега нас везет домой. Добрались. Осталось последние километры буквально. Это экскурсия уже началась, да? По Краснодарскому краю. А здесь уже же Краснодарский край, да? Там же Ростовская область, она как-то с краю Ростов стоит, получается. Заканчивается сразу Краснодарский. Закат просто. А получается от Ейска до Краснодара сколько? 200 с копейками. 250. Чуть дальше, да, чем до Ростова? Да. А дорога вот эта, наверное, да? Другая там где-то? Да. Дай тебе покажу. Это на Краснодар пошли. Всем доброе утро. Хотя это последний ролик на сегодня. Доехали мы вчера, так вчера только ничего не снял. Уставшие были, что-то забыл уже, разбитые. Прям вообще дорога сложная была. Но в итоге все равно доехали нормально, более-менее. Таких серьезных происшествий не было, приключений. Поэтому два дня надо прийти в себя, акклиматизироваться, восстановиться немножко. И можно будет что-нибудь уже новенькое поснимать. Поспал только 6 часов. Что-то мало, все проснулись рано. Все море, море, блин, говорю, рано море. Какое море вам спит еще? Ладно. Всем хорошего дня. Пока, до следующей серии.